Даже на красный свет не всегда. Тут получается 15 минут. Я с пробками, блядь. С красным светом. У них этот подъездной путь. С собой поделать не способен, не знал я, что ведь я такой не приспособлен, да уж таким как ты. Сейчас купим курицу, потому что блин, это нормально. Все интервью Михаила Миллера. Слушайте. Руснул.